Отпечаток пальца правой руки, оставленный на месте преступления, помог сыщикам выйти на след воришки. В середине июля в полицию обратилась женщина с заявлением о хищении денег и мобильного телефона. Потерпевшая рассказала, накануне отдыхала на одном из неофициальных пляжей Эжинского района столицы. Вечером дама после изрядно выпитого алкоголя засобиралась домой. Но дойти до квартиры сыктывкарки не удалось. В нетрезвом состоянии она уснула во дворе малосемейного общежития по улице Мира. Проснулась, схватила за сумку, смотрите, сотовый телефон. Обнаружила пропажу денег и телефона. Позвонить не смогла никуда. Соответственно, пошла в отдел полиции. Сразу же незамедлительно выехала следственная оперативная группа в полном составе. Сделали осмотр территории, где это все происходило. В дальнейшем эксперт-криминалист отдела полиции 2 осмотрел сумочку, а именно кошелек, и из банковских карт обнаружил след пальца руки. Впоследствии данный след был проверен по учетам. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина, 56 лет. Неоспоримая улика заставила воришку во всем признаться. По его словам, заметив во дворе одиноко спящую женщину, он сразу решил ее обыскать. В дамской сумочке злоумышленник обнаружил сотовый телефон и кошелек, в котором было 800 рублей. Деньги потратил в тот же вечер на спиртное и закуску. Телефон реализовать не успел, его вернули потерпевшей. Расследование уголовного дела завершено. За очередную кражу рецидивисту грозит очередная отправка в колонию строгого режима.